Добрый день, уважаемые подписчики. У нас в продаже появился вот такой вот электрический вилочный погрузчик японский марки Komatsu. Грузоподъемность 1,5 тонны. Высота подъема 3 метра. Общая снаряженная масса 3 тонны. Давайте посмотрим на него. Здесь все стандартно. Рычаг подъема-опускания, рычаг наклона на себя и от себя. Бачок стеклоомывателя. Педаль газа и тормоза. Вилочный погрузчик на коробке автомат. Ну, здесь у нас освещение, поворотники, ручной тормоз. Давайте заглянем ему под капот. Здесь у нас располагается не двигатель внутреннего сгорания, а батареи. Уже под ними электродвигатель. Ладно, давайте закроем и попробуем его запустить. Запуск производится очень легко. Поворачиваем ключ зажигания. Нажимаем кнопку. Я думаю, ну, отсвечивает, наверное, на видео не видно. Наработка очень-очень маленькая. 1053 моточаса. Опускаем. Все работает очень приятно, без какого-то либо лишнего шума. Подробную информацию о данном вилочном погрузчике вы можете узнать на нашем сайте progressauto.com или позвонив по номеру телефона 8 914 558 33-88. И еще одна небольшая маленькая оговорочка. Данный вилочный погрузчик находится по адресу город Благовещенск, улица Мухина, 145/1. Приезжайте. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.